У вас в жизни был такой период, когда у вас было два или более кредита? Да. Как вы справлялись, самое главное? Друзья и родственники помогали. Ипотека и кредиты потребительские. Сколько это съедало процентов бюджета вашего? Почти весь. У нас не было больше двух кредитов, но у нас ипотека. То есть один кредит? Его достаточно. У меня вообще нет кредитов и стараюсь их не брать. Как вы к этому пришли? Поделитесь. Ну, как-то я не знаю. Родители, наверное, так воспитали. В долг брать это очень плохо. Как бы не очень хорошо, и вот. Да нет, не было такого периода. А как вообще относитесь к кредитам? Ну, нормально. Нормально. Брали когда-либо кредит? Да. На что? На технику. Зарплаты не позволяют брать что-то сразу за новичку. На самом деле некоторые и не умеют распоряжаться, а где-то кредиты, думаю, в целом хороший инструмент. Лично у нас не было. Мы вообще ни одного никогда кредита не брали кредиты, да. Живем чисто на то, что имеем. А соблазн взять кредит был? Ну, только если в точном расчете, если это имеет какую-то выгоду для нас, то да, почему бы нет, мы можем рассмотреть такой вариант. Ну, а так, именно если мы хотим что-то приобрести, на этого нет денег, и мы планируем там взять кредит, такого ни разу еще не было. Ага, а как кредит может быть выгодным? Я вот это не совсем поняла. Ну, на какой-то на долгий период. Если, допустим, сейчас нет денежных средств, чтобы приобрести какую-то покупку, но ты понимаешь, что там через неделю у тебя появятся деньги, ты сможешь погасить быстро кредит, не оплатив дополнительные проценты. В этом плане, да, можно еще рассмотреть, но тоже там свои подводные камни, поэтому мы, в принципе, в эту систему с шибкой не влазим.